Так, молодец, твой домик какой. Мам, молодец. Обязательно посмотрим. Так, вроде снимает. Всем привет, ребята! Меня зовут Стив. И сегодня мы будем шахту. А вы знаете, что такое копать шахту? Обязательно напишите в комментарии. Мне очень будет приятно. Так, пойдемте в домик. Пошли, Стив. А, строители еще строят домик. Ладно, пока покопаю шахту. Пошлите, покопаем шахту. Беги, Стив, копать. Я побежал копать шахту. А вы тут не скучайте. Вот у нас такой блок земли. Это необычный блок земли. Короче, это блок земли ловушка. Это обычный блок земли. Это камень прочный очень. Это тоже прочный камень, такой прикольненький. Так, это тоже. Это обычный какой-то камень. А это книги. Это полка с книгами. Ну, это обычный камень, уже все я вам помню. А это земля с цветочком. Это такой стол зачарований. Ну, не знаю, где вот это... Другая от него. Это такая кроватка, чтобы спать. Окошко, оно прозрачное. Да. Такой кубик прозрачный. Да. Ну, ты же говорила, это собака. А, нет, да, это собачка. Аф-аф-аф-аф-аф-аф. Привет всем! Всем привет, Мур. Мур-мур-гламур. Я Мур-мур-гламур. Что ж, я вернулся. Я вскопал шахту. Да-да-да. Я накопал очень много ресурсов. Золото. 60 стаков. Алмазы. 50 миллионов стаков. Дерево. 1 миллион стаков. Изумрудов. 64 стака.